правительство Москвы отдает на растерзание наш город. Я не хочу быть абстрактным, я хочу назвать конкретные звенья в связи с последним выступлением. Компания ПИК не только уничтожает сейчас эти кварталы в Кунцево, 47-й, 48-й. Она еще знает, что делает? На улице Академика Павлова, там дома, придомовые территории, там детские площадки, скверы, прекрасное совершенно оборудовано все. Они хотят туда сдвинуть дорогу, а на месте дороги построить свои многоэтажки. То есть это в чистом виде рейдерский захват. Она терроризирует жителей Митина. Вот это и есть та самая строительная мафия, которой наш город отдают на поток и разграбление. Давайте скажем конкретно про эту компанию, то, что мы от нее требуем сейчас. ПИК вон из Москвы! ПИК вон из Москвы! ПИК вон из Москвы! И вон из России, туда, где у тебя в офшорах деньги лежат. Это бандиты, которых, если я стану мэром, я сразу всех вышвырну из Москвы. Вот попомните мое слово. А сейчас я хочу предоставить слово жертвам другого преступления. Я о нем тоже говорил в своем выступлении. Это стадион «Красная стрела», бывший «Локомотив» в Лосинке. Я его прекрасно знаю, я в футбол в детстве на нем играл. Это народный бесплатный стадион, которым пользуются тысячи людей. Так вот, какая-то мразь взяла его в аренду, якобы под видом развития массового спорта, а потом переоформила под застройку. И сейчас, в год подготовки к чемпионату мира по футболу, этот стадион будет уничтожен, так как сделали еще и с другими десятками стадионов в Москве. Я не могу их сейчас перечислять. Посмотрите, что с стадионом юных пионеров произошло. Какой кошмар. Поэтому я сейчас предоставляю слово лидеру борцов с захватом стадиона «Красная стрела» Андрею Улинкину. Здравствуйте!